Так, ребята, сейчас ролик покажу. Прислал мне его Евгений Харитон, Жека. У нас репитер 145-600 работает на этой частоте. И недавно там увеличили мощность. Я так понял, существенно. Ну и, соответственно, пошли помехи небольшие. То есть для ребят, которые местные, увидят. Может быть, как-нибудь там Виктору маякнете. У Жеки приемника AirSpy цифровой. Ну, USB-шный. Вернее, SDR-приемник. 8 элементов антенна в вертикали. И вот это километров 10 от него репитер находится. И когда он на него поворачивает, то вот сейчас как раз ролик я там добавлю. Вернее, в этом ролике добавлю кусочек. Вот, вы видите, насколько там помехи валят. Я думаю, может быть, уменьшит как-то. В принципе, у меня эти помехи не вылазят, но вот недалеко от репитера там народ немножко возмущается.